Огородом посвящается, как должен выглядеть нормальный огород. Так, ну тут как бы так по мелочи. Перцы, помидоры. Салатики по месту. Яблони, черешни. Это новая малина. Микросад. Картофель. Клубника, парничок с помидорами, огурцами. Тут картофель по-прежнему немного, лучок, морковь, салат, щавель, помидоры. Но здесь все закончилось уже. Соль, горбузы, кукуруза, дыни, арбузы. Здесь не запахано. Это в следующем году. Горох. На дыни похоже. Ну, картофель понятный. Все, дальше люцерна. Вот так вот. Нормальный огород должен быть 80 соток, если что. Приезжайте, вот там можно запахивать, спокойно заниматься.